А почему бы не разрешить деятельность магазинов одежды, обуви, косметики, которые не в торговых центрах с площади до 30 квадратных метров? Ведь много людей задействовано в этой сфере и страдает множество мелких предпринимателей, ведь они должны платить аренду. Такие магазины не являются местом массового скопления людей. Обязуйте организовать СИЗы, но разрешите работать. Такие же магазины автозапчастей могут работать с 1 мая. Так почему такая дискриминация бизнеса? То, что касается технического обслуживания автомобилей, этот вид деятельности включен с 1 мая, потому что это жизненная необходимость. Все-таки работает часть транспорта, на доставку работают. Есть транспорт, который обслуживает правоохранительные органы, который обслуживает машины скорой помощи, сельхозтехнику, грузоперевозки. Поэтому это необходимость, это первая необходимость. Транспорт, есть виды деятельности, есть эти виды деятельности, разрешенные виды деятельности осуществляют грузоперевозки, осуществляют перевозки своих работников, соответственно, используется транспорт. Этот транспорт должен ремонтироваться, должен обслуживаться. Это первая необходимость, поэтому сфера деятельности, касающаяся технического обслуживания автомашин, она включена с 1 мая. То, что касается приобретения одежды, это не первая необходимость. Нет крайней необходимости с 1 мая покупать одежду, поэтому мы сдвинули ее на 11 мая. И потом, уважаемые соотечественники, вопрос не только в том, что там мало контактов и малые площади, и малый риск заражения. Один из главных элементов концепции заключается в том, чтобы минимизировать цель перемещения людей. Чем меньше цели для перемещения людей, тем меньше поводов выходить из дома и создавать массовое передвижение, массовое скопление людей. На сегодняшний день есть только несколько целей похода из дома. Это аптека, продовольственный магазин, банк, это вот теперь вот разрешенные виды деятельности и все. А чем больше мы открываем видом деятельности, тем больше появляются цели для перемещения людей. А чем больше перемещение людей, тем больше возрастает риск распространения инфекции.